Я так сильно по кнопкам ебашил, что у меня трансляция слетела. Кошмар какой. Так, ну сейчас все вроде нормально. Да, нормально. Пиздец. Я, блядь, не успеваю ничего сделать даже. Я уже думал, я опять умер. Ой, бля. Что это, блядь, такое? Хочу на третий этаж занимать. Я нахуй не знаю, как тут выживать, блять, по-другому. Да иди ты нахуй, блять, он мне заблочил вход, блять, просто и все, он мне заблочил вход и все, блять. Он просто заблочил мне вход и все. И... Это пизда, блять.
как жить, когда тебя ебут со всех сторон? Вот, блядь, мясные шарики, блядь, на меня летят, нахуй. Я только отошел, блядь. Там мясные шарики полетели, блядь. Чебупили, блядь. Угорайте, блядь, что ли? Мне уже, сука, прям меня на выходе из портала ждут. Это пиздец, блядь. Нормально. Справедливо. Ну это, блядь, чё, нормально, блядь, что ли, нахуй? Просто охуительно, блядь, я бы сказал. Ну ебать, еще и Минотавр один, еще, блядь! Вы че ебу дали, блядь? Мне, сука, деваться некуда, блядь, на этой узкой арене, нахуй. Блядь, еще и Дух Хантер, нахуй. Хуеть, блядь. Вы че, ебанулись, блядь, что ли?
Это не кошмар, это, блядь, ультрапиздец, я бы сказал. Блять, ебут со всех сторон просто. Ладно, с этим еще разберусь. Ну это вообще, блять. Пиздос нахуй, блядь. Это настолько пиздос, что у меня трансляция вылетела аж, блядь. Ладно, сейчас хотя бы работает все. Ебануться, блять. Так, это мы помним. Я думаю, вот это сейчас будет самое то. Это была только одна, блядь. А, это просто врата были. Еще две стычки, блядь. Пиздец. А я говорил, блять, так будет. На нахуй, два удара, все, блять. Это надолго, блять, еще. Это только первый уровень. Еще два.
Так, что я пропустил тут? Блять, и где? А, кажется, я понял. Где? А, вспомнил. Проход открыть было. Что ж я помню это, блядь. Такое DLC душное, пиздец просто. А, ну проходимое. Душное, но проходимое. Прям ебло мне засадили.
Сейчас я тебе, думаешь, позволю, блядь. Демонов вызывать тут. Хуёв тебе в тачку, блять, угораешь? Вы ёбнулись, блядь.
Все, это конец уровня. Блин, я одну стычку не прошел. Или может вернуться будет. Не помню, как долго этот уровень длится. Но я помню, что такого было. Вот она. Серафим был верным слугой все отца. Они создали эту реальность для тебя и всех людей на этой планете. Как ты, блядь, сзади уже оказался? Блять, вы чё, гоните что ли, блять? Сука, забирать дважды в узком коридоре с Минотавром, это, блять, не смешно нихуя. Охуительно, блядь. Дайте жизни. Как туда попасть, блядь? Понял.
Давайте, гандоны, спустите сюда, блядь. Гандоны. Лака сумела захватить Серафима еще до твоего появления. Это святыня их прошлого. Ох, блядь. Я помню эту локацию. Два мародера сейчас будет, да? Ага. Пиздец. Ну идите вы нахуй все. Как тут, сука, выживать, непонятно. Бегаем от мародеров 24 часа смотреть без смс-регистрации. Как ты заебался псиной, блять, уже. Они сдохнут когда-нибудь, нет? Заебали вы нахуй, мародеры ебаные. Отстаньте, блять. Куда, сука, от вас деваться всех?
блядь, меня бы кого похилиться даже. Я помню, примерно так же потел, когда Даск проходил. Но то Даск был. Сейчас еще кибер-демон будет. После всего этого. Кибер-котлета, блядь. С рогами, блядь. Хорошим хуй тара не было, пизда. Я точно повешусь, нахуй выживать, блядь. Не надо так делать. Сачу паскуда делать. Собрался. Не понял. А где киберкотлета, блять? Или после этих двух будет кибер котлета, блять. А, вот она, блядь, киберкотлета, ебать.
две киберкотлеты, заебись. Я помню, что он тут один, блядь, но не два. Вы долго, блядь, еще меня душить будете? Да вы ёбу дали. Сколько вас, блять, еще нахуй тут будет? Валил гадов рогатых. А брони-то нет, нихуя. Не, ну это было проще, чем, блять, весь уровень, нахуй.
Это было жестко. Но уровень закрыл полностью. Доктор Хайден, Серафим. Он был с нами все это время. Прошу простите, но нет причин для... Посмотрите сами. Ему нехорошо. С ним что-то происходит, и никто не знает, почему. Ну, пока что не знает. Жизненная сфера Всеотца лежит на вершине святилища Ингмара, что в кровавом болоте ада. Мое тело быстро преображается, и поэтому мне нужен Всеотец. Ступай к гробнице и возьми жизненную сферу Всеотца, верни ему телесную форму. Я не могу пойти с тобой, Творцам закрыт путь в царство тьмы. Я буду ждать тебя у святилища. Серафим не имеет права брать сферу, это запрещено. Есть данные по кровавому болоту. Скажи спасибо. Несмотря на твои проступки, ты вновь удостоился чести служить богам. Еще один душный уровень, длинный будет. Не, ну я сейчас точно не пойду его. Я иду, что это так долго будет. Я помню, я вроде за час прошел. Ну да, кошмаре, все иначе. В разы. Уже трансуха улетел, придется нам две части пилить. Да? Такие бывают проблемы. Да, блять, я потом в панике, потому что на... 20 миллионов кнопок нажимал одновременно, блять, чтобы выжить как-то. Пиздец, это DLC, это душниловка лютая. Но проходимая. Душная, но проходимая. Ладно, я закончу с делами. У меня парочка дел есть. И завтра, я думаю, продолжим. Сейчас попробую осилить два уровня сразу, но пиздец, этого матывает прям. Это жестко. Это в 4 раза тяжелее, чем обычная компания. Ладно, запись ввода, как обычно, будет потом в группе. А я пока сделаю передышку. Всем пока.